тут бегает, там так и надо. Здесь на усадьбе много живности, и это как-то так впечатляет, если честно. Такой уши задрал, помчался. Маша Каримова, научный сотрудник Лапландского заповедника. Она только что вернулась с гор. Мы спросим, что она там делала. Да, Маша, расскажи, пожалуйста. Сегодня у нас велись фенологические наблюдения. Здесь не только я, но еще и моя коллега Ольга Витальевна, лаборант-исследователь. И мы вместе на фенологических маршрутах проводили наблюдения. У нас ведется календарь природы, который включается в летопись природы, соответственно, каждый год. Более 200 параметров явлений мы наблюдаем в течение года. А так как сейчас идет очень бурное зацветание растений, отцветание, мы все эти фазы контролируем, наблюдаем и отмечаем даты. Поэтому вот сегодня такая у нас была работа интересная. В течение дня мы вот отслеживали как таежные виды растений, так и тундровые виды, для того, чтобы отметить фазы их различные жизненные фазы. То есть календарь природы – это те самые главы, то есть эти данные, которые войдут потом в большую книгу? Да, большую книгу «Летопись природы», она у нас ежегодно готовится. В принципе, практически каждый ООПТ готовит такую летопись природы. Она включает в себя как результаты научных исследований, так и результаты государственного экологического мониторинга. Какая у вас именно специализация? Конкретно у меня, я занимаюсь больше по зоологии, дикий северный олень, но у нас еще в отделе есть сотрудники, которые занимаются мышевидными, есть орнитолог, есть фенолог, ботаник тоже имеется, поэтому вот каждый занимается вот своим каким-то специфичной сферой, но попутно собираются наблюдения по всем остальным областям и остальным группам биот тоже. Маша, что тебе больше всего нравится делать из твоих обязанностей? Ой, мне очень нравятся полевые работы. Да, это самое лучшее, что может быть. Я бы даже и круглый год их делала. Мне очень нравится участвовать в зимних маршрутных учетах. Это когда зимой в определенный, в ограниченный отрезок времени на определенных маршрутах регистрируются следы зверей и встречи птиц, и таким образом оценивается популяция, вообще кто обитает на той или иной территории, и относительная численность определяется. Участвую еще в учете тетеревинных видов птиц, это уже летнее, тоже оценивается плотность, состав боровой дичи, тоже очень интересные учеты. То есть вот учет — это про меня. Подольше и подальше. Маш, а зачем нужны заповедники? Заповедники — это своего рода как законсервированный участок, охраняемый от нас же самих. Где бы ни появился человек, все равно он начинает воздействовать негативно. И здесь очень важно что-то все-таки сохранить для будущих поколений, для потомков. А в противном случае мы не оставим ничего. Поэтому, конечно, основная задача вот таких территорий – это минимальное воздействие для того, чтобы они остались в первозданном виде, чтобы было хоть что-то, где человек не оказал существенного влияния и не изменил. Ну, это мой взгляд, да. Ну и, естественно, со всеми вытекающими обстоятельствами, как сохранение биоты этого участка охраняемого. Да. Дима, у тебя есть вопрос? У меня полно вопросов. Давай. Я их могу завтра задать. Чего не сегодня? Многие даже вот северные люди, когда они приезжают, они не знают, что такое карликовая березка. Карликовая береза – это на самом деле кустарник, он... Листья у него появляются позже, чем у остальной растительности, чем у той же березы. И многие думают, что березка, ну вот, допустим, да, стоит береза, что это карликовая береза, потому что, ну, на севере маленькая, невысокая, а на самом деле это вот такой вот кустарник, который стелется, который есть и в тундрах, и вот здесь вот такой подлесок образует. Вот это все карликовая береза. Я была здесь во втором классе. Были у Деда Мороза. Какие-то вот эти вот, была зима, естественно, такие снежные шапки, вот это вот все на деревьях, то есть, ну, вау. Но, как бы, я не предполагала, что я буду здесь работать. Когда я училась в университете,
Я вообще очень обожаю оленей. Я рисовала все время оленей. Все курсы, то есть у меня по-любому был где-то олень. У меня было с оленем ожерелье. Я там мечтала набить себе тату с оленем. То есть я потом такая... Ну, как бы понятно, почему Ира пошла работать в Лапландский заповедник. Слушай, а ты здесь видела оленя живьем? Да, это причем... Я увидела оленя в 2020 году, когда мы создавали вот новую тропу, ходили в кругосветку, смотрели, где лучше подниматься и прочее. Мы сели тогда перекусить буквально, вот, ну, не очень высоко поднялись уже в зону тундр. Такие все кушают, 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 мы уже вроде поели, все собираемся, все там что-то разговариваем. Такая, всем тихо, там олень. И я уставшая была из-за того, что ну, все равно такой сложный подъем, мы не знали, где лучше подниматься. Я такая, там есть, значит, там много еще оленей. Так давайте пойдем посмотрим. Мне сразу такой заряд. Я такая, так, олени, 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 олени. У нас очень часто люди думают, что здесь зоопарк. Мы приедем, посмотрим на дикого северного оленя. Ну, естественно, олень — это стадное животное. У них очень хороший нюх. И они, в принципе, хорошо слышат. То есть человек они услышат задолго, унюхают. Если это подветренная часть, то еще более задолго. И, естественно, там стадо очень сложно увидеть, услышать и вообще. Ну, Сергею Владимировичу, я говорю, очень сильно повезло, его прижило там стадо, которое голов 200, если не больше. И он оказался так, что в метре от него маленький олененок кормится. Ну, это у меня прям зависть, конечно. Да, ну вот этот ролик, он имел бы больше ценности, если об этом сказать. А то, может быть, действительно, люди думают, что это как корова пасутся, ты, ну, встал такой и снимаешь, да? Зачем это надо и детям, и взрослым объяснять, вот для чего нужен заповедник и вообще зачем нужен заповедник? Ну, понятно, да, сохранить эталонный ландшафт, исчезающие там редкие виды животных, растений. А зачем мы это сохраняем? Ну, вот человек живет в городе, ему совершенно все равно, есть в мире эта бабочка или нет. Ну, почему-то даже промышленные компании, которые делают свои календари, иногда, конечно, они на календарях печатают на своих, как льется металл, или там как автомобиль делают и так далее, но они печатают чаще всего виды природы. И хотелось, чтобы эта природа была вот красивой, нетронутой природой. Поэтому я думаю, что люди стремятся к тому, чтобы эта природа была. И это то, что касается вот такой вот эмоциональной, нравственной стороны, оно и с практической стороны еще роль играет, вот конкретно наш заповедник. Вот благодаря тому, что в заповеднике сегодня может нереститься кумжа, и для его подрастающих поколений заповедник, реки, заповедник, озера являются и ясли, и детский сад, это родильный дом, ясли, детский сад. Благодаря этому кумжа сегодня в бассейне озера Имандры есть и прекрасно себя чувствует. Вот поэтому, так что у нас заповедники, по заповеднику проходит водораздел Белого Баренцева моря. И вот ненарушенные вот эти вот ландшафты, которые являются водосбором для того же озера Мончи озера, из которого Мончегорск берет воду, забирает. И значительная часть этого водосбора как раз вода, которая, в общем-то, вот ее можно не кипяченой пить. То есть мы бережем природу как ресурс для себя. И ресурс и не только для себя, потому что вот какая ценность, самая большая ценность нашего заповедника, да, дикая, нетронутая природа. Но в заповеднике 50% территории, ну, практически половина, это старовозрастные леса. И значительная часть их – это леса первичные, естественного происхождения. И их площадь в мире, она сокращается постоянно. То есть вторичные есть, да, восстановленные, там, период времени какой-то. А первичные, которые были особой ценности, их становится все меньше и меньше. У нас на Кольском полуострове практически вот, это вот, вот такие массивы – это единственные заповедники. Вот и вопрос интересный. Есть статья где-то, по-моему, в Яндексе. Девушка написала 5 причин, почему ехать надо в Лапландский заповедник. Это интересно. 5 причин она назвала свои, я не буду их говорить. Uh-huh. Вот, поэтому у каждого может быть своя причина. И нам хочется на сайте, в общем-то, организовать, может быть, получится, чтобы наши посетители оставляли и писали, зачем ехать в Лапландский заповедник. И вот, может быть, мы найдем коллективный ответ на этот вопрос. Да. Тогда. О, заяц, заяц. Да, молодой, подрастающий. Да.
Что-то он там нашел такое. Веселенький какой. А вот этот дом разбирали тогда, то рассказывал вот Чунин Александр Михайлович, о котором мы сегодня говорили. Он говорит, мы начинаем разбирать, и зайчата выбегает, играет вон там на полянке за домом. Так, мы говорим, заканчиваем работу, раз их, они исчезают, их не стало. Вот, поэтому вот как бы для них это вон он, вон, вон, вон. Заяц, заяц, заяц. Ушки на макушке. Такой смешной. Как котик. Гуляет такой. Да, у нас есть замечательная, наивкуснейшая береза. Сейчас поймете, почему она, видимо, наивкуснейшая. Как видите, она отличается абсолютно от других берез. Все потому, что она окольцована дятлом. Вот это все следы его кольцевания. Вот это вот свеженькие уже следы. А весной, когда происходит сокодвижение, дятел выдалбливает такие дырочки и пьет сок. И, видимо, это самая вкусная береза, потому что... Остальные, вот здесь вот можно посмотреть, они не окольцованы. Я вообще, в принципе, больше не видела берез вот, на всем нашем пути, которые были бы окольцованы. Это самое вкусное. Да, это ятрышник пятнистый. У него вот такие вот характерные листики. Причем это не краснокнижный вид, есть краснокнижный вид. Он очень похож на этот же, но у него немножко отличаются пятнышки на листиках. Это орхидные виды, то есть виды орхидей. Такой вот цветочек. Мы сейчас пришли на вахтовое болото. Здесь цветет вахта. И такая тавтология. Вахта несет вахту на вахтовом болоте. Сейчас вот мы ее найдем. Вот это вот цветочки вахты. Она уже отцветает. Я вот после долгого отсутствия, когда, допустим, ну в отпуске, либо уезжаешь куда-нибудь в командировку, но это реже бывает, приезжаешь сюда, я прям чувствую, что я скучала по этому месту. То есть мне этого не хватало. И мы, кстати, пришли с вами к росянке. Ну, в принципе, росянка не вырастет больше, то есть она будет вот такая вот небольшая. Она имеет клейкие такие усики. И также усики, которые реагируют на движение. И у нас вот есть покорми росянку, но на самом деле, там, если вы прихлопнули комара и положите его, да, ничего не произойдет, потому что этот комар должен двигаться, быть живым. Она сворачивается там медленно так, ну и переваривает где-нибудь в сутки. Тут прям много его. Много кого? Ятрышника пятнистого. У нас на самом деле вот эта тропа, она для экскурсий не то чтобы часто используется, ну вот с экскурсоводами. Обычно все хотят в гору, а это, как мы говорим, такая медитативная тропа, то есть для прогулок, для созерцания, для того, чтобы там сам понюхал, сам попробовал, сам посмотрел. Да, вот, собственно говоря, старая медвежья берлога, она вот здесь. Было больше каменной россыпи, она тоже уже покрылась какой-то растительностью, я говорю, ей больше 20 лет в этой берлоге. Как бы годов не 80-х она. То есть когда-то здесь жил там медведь, ночевал, господи, ночевал и зимовал, да? Но медведи, они не возвращаются в свои берлоги, они каждый год строят новую берлогу. То есть вот он пожил, и научные сотрудники нашли, по-моему, Алекс Глязов нашел ее как раз-таки. И вот, вот эту берлогу мы сделали подводку к ней, чтобы люди могли посмотреть. Вообще, в принципе, да, она заросшая, но все-таки здесь жил медведь. Так. То есть он своими когтищами разгребает все эти камни там. Да, медведи вообще, ну, либо вырывают, очень редко здесь у нас они находят какие-нибудь там, допустим, пещеры, скалы, да, там. Обычно они поднимают там слой дерна, плюс уже снег какой-то выпал, да, это вот обустраивается таким способом, там, лежаночка оборудуется, там, каким-нибудь сухостоем и прочим. И вырывается, да, вот земля, и видно, как он рыл, как вот эти вот камушки здесь очень много свежих, то есть нету больше нигде насыпи такой. Ничего. А это все потому, что он вырыл вот эти вот камни. Лакшери место.
действительно, это замечательный остров. Планируем здесь сделать пирс. И, кстати, вопрос, а почему Бараний остров-то? У нас бараны здесь не водятся. Есть такой байка не байка. Многие говорят, что это правда. Раньше Лапландский заповедник был именно поселок Лапландский, то есть Чунозерская усадьба, где мы жили, там люди жили целыми семьями, у них были козы, коровы, лошадь, оленей держали даже. Вот, были магазины, и были у них бараны. Но медведь повадился ходить, как бы, ну, и драть этих баранов. Поэтому в какой-то момент люди решили, что было бы здорово их вот сюда, всех баранов, отправить. Но в итоге сюда пришел медведь и просто всех баранов подрал. С этого момента Бараний остров так и называется. Ну, причем в некоторых картах можно встретить название Баран-Суол. А это уже какое-то более самское название. Ну, откуда оно пошло, к сожалению, я не могу сказать. Сергей Владимирович, ну, заповедники обычно ограничивают какую-то территорию, но с внешней стороны они граничат с городами, с какими-то предприятиями, с туристическими компаниями, ну, мало ли там с кем, вообще с миром. Как у заповедника складывались взаимоотношения с Мончегорским комбинатом металлургическим? По-разному. Ну, начало, конечно, это было в прежние времена. Комбинат работал, своей задачей занимался, заповедник своей задачей занимался, поэтому не было практически такого какого-то взаимодействия. Но затем мы перешли, вот, в общем-то, потому что мы стали биосферным резерватом. Что это меняет? Ну, во-первых, задача, которая стоит, в общем, для чего биосферные резерваты создаются? Для поиска путей устойчивого развития. Как баланс найти между потреблением и сохранением природных ресурсов, биологического разнообразия. Поэтому вот для этого цели. Но не сразу это появилось понимание. Я имею в виду, как это делать, потому что только в 1995 году была Сивильская стратегия принята для биосферных резерватов. И вот там, конечно, мы взяли ее на вооружение. Там было очень четко все прописано. В общем-то, и начали работать, сотрудничать с нашей, тогда еще Североникель был, а затем Кольская ГМК. А какое расстояние между границей заповедника и комбинатом? Промплощадка 7 километров между границей. Да. Насколько я знаю, в 70-80-е годы была большая проблема того, что с завода, ну, с этого металлургического комбината, они шли везде вокруг, в том числе на территорию заповедника. И попадали, это да. Ну, страдала восточная часть, которая вдоль Чуна-Тундры, часть заповедника была. Вот роза ветров север-юг, основная преобладающая ветра. И сернистый газ, он тяжелее воздуха, и поэтому преодолеть горные массивы было сложно. Вот основная часть заповедника, она, в общем-то, была не страдала, а вот эта часть, да, здесь было влияние воздействия. Здесь вот на усадьбе было тоже воздействие, усыхающие деревья. Вот сейчас мы видим наши ели, здесь они густые, и возраст на севере хвои ели 14 лет, поэтому, а был 5-6 лет, и вот Карпенко Александр Дмитриевич, который сейчас профессор Санкт-Петербургского университета, он здесь в молодые годы работал, как раз занимался изучением воздействия антропогенного воздействия в заповеднике, защищал кандидатскую диссертацию на эту тему. Вот, он был в прошлом году, и вот он замерил возраст хвои, говорит, 14 лет. А что изменилось? Какие рычаги есть у заповедника, чтобы воздействовать на такой, ну, экономический гигант, как комбинат? Здесь не рычаги, здесь просто время пришло, когда стало необходимым обращать на это время. Изменилась точка, какая, я не могу сказать, какая была точка на комбинате Североникель, но со второй половины 90-х годов мы начали искать вот общие интересы, пути взаимодействия. И не только в сохранении. С 98 года мы выполняем мониторинг охраны окружающей среды, мониторинг окружающей среды природной и на территории заповедника, на прилегающей территории, в городе Мончегорске. И вот эта работа уже продолжается до сегодняшнего дня. Ежегодно, каждые 5 лет мы продолжаем такой договор.
Сегодня компании заинтересованы в развитии туризма, потому что город Мончегорск сегодня становится таким точкой развития туризма в центральной части. Раньше все это было Хибины, Кировск, и туристско-коррекционный кластер был создан, который не касался Мончегорска. А в городе сейчас работает автономная некоммерческая организация, агентство развития Мончегорска, которое создано Норникелем. И вот это активно и работает в том числе в направлении развития туризма. Здесь и у нас много планов совместных. Вчера сайт запустили Имандра, да, который да, вот, как раз вчера да, мы да, воспользовались. Да. Вот, вот, видите, первое, то есть вы нашли гостиницу, уже воспользовались этим сайтом. Можем не подниматься в гору. Не-не-не, мы поднимемся в гору обязательно. Ну тогда это часа два, да? Да? Ну, это дольше. Я просто смотрю на камеру, и это дольше. Я сейчас шла, рябчика видела. Самочку и 5 птенчиков. Такие они малепусечки, вообще, вот такие вот крохотульки летают уже. Вообще интересно, вот здесь столько зверья. Мы как-то были полевые, запланировали с волонтером, пошли через весь заповедник. 10 дней шли, 10. Вот. Ну, как бы расстояние, во-первых, было 140 километров. Шли мы 10 дней эти. Ну, пару дней мы просто стояли, были дневки, потому что что-то так попали еще неудачно, погода была плохая и холодно было. Но суть в том, что мы 10 дней ходили, живности практически не видели никого. Лося только постречали, вот посчастливилось близко, пофотографировали. А так, ну вообще ноль. Подходим к усадьбе, и началось. Тетерева разлетаются, глухари тоже. И вот оно все, вот какая-то живность, активность, и все вот оно движется, все вот такое что-то там кукарекается за скажем куста. И мы подумали, вот зачем все это было? Все вот эти 140 километров, да, было вот, вот выйти вот здесь походить. Я это к чему, что здесь интересно, а также вот Черноозерская усадьба. Хочешь увидеть оленя, приезжай на усадьбу, обязательно вот вылезет тут какой-нибудь олень или несколько штучек. Вот они в прошлом году, столько народу было, приезжали волонтеры, сидят на бережку, выходят 3 оленя. Да. Тоже вот по Чунозеру вот иногда же происходит патрулирование, там замена госинспекции, завозят на кордон инспекторов, там вывозят людей. И казалось бы, вроде бы движение такое постоянно идет на озере, а очень часто видят лосей переплывающих. Медведь тоже каждый год вот на усадьбе или в окрестностях вот бывает тоже ходит. То есть есть вот какие-то вот участки леса пустые, вот когда идешь, ну никого. А есть вот такие какие-то живые, и вот когда заповедник создавали, вот как-то, я не знаю, вот удачно вот расположили здесь усадьбу в таком очень живом месте. Вот. Чем у нас вот это вот, где мы идем, это один из 3 фенологических маршрутов. Вот я вчера рассказывала, что у нас ведется ежегодно календарь всяких разных природных явлений, включая разные жизненные циклы, стадии растительных сообществ разных. Вот, например, сейчас вот наблюдаем, там зацвели ягодные кустарнички, отцвели, началось формирование ягод. Другие растения, вот сейчас вот будем проходить, там ятрышник зацвел, вахта трехлистная там отцветает. В общем, много-много-много параметров снимаются вот, вот по этому маршруту. Каждый год в одних и тех же местах смотрятся одни и те же растения. Вот, и за счет этого формируется длинный многолетний ряд. И, как я уже вчера говорила, некоторые явления, которые мы смотрим, фиксируем, наблюдаем, они ведутся практически с 1930 года, с момента создания заповедника. В заповедниках есть такое направление, значит, исследование животного мира, которое отсутствует в любой другой научной организации, так скажем. Потому что мы его смотрим, академическая наука. Приехали отрядом или приехали одиночки, поработали сезон, уехали, статья или там даже 2-3 сезона и книга, все такое. Но нет вот этого ряда. А в заповедниках есть. Не во всех, но есть. Там, где крепкий научный отдел, и где вот это все скрупулезно собирается. А зачем это нужно? Мы же сейчас вот видим статьи журналистов даже, пишут, что климат меняется. Вот меняется и все. Когда спросишь, а что поменялось?
А тут пауза. Потому что вот так вот сказать, вот как он меняет, а как? Не знаю. Вроде как там эти самые зимы стали теплее, может там вегетационный период больше и все такое. А в заповедниках вот этот материал, конечно, есть. И он, как сказать, такой неоспоримый. Вот смотрите, комары, вот нас сейчас заедают, да? У них, они раньше, комары, появлялись всегда 22 июня. Сейчас они появляются 15 июня. Вот вам и все. Очевидно. Да, так это же я только выдернул одну позицию из этого мониторинга. У нас там 200 всего вот этих, допустим, позиций таких, зацветания там каких-то вот растений. Потом, например, пыление этой ели, пыление сосны. Вот на озере тут уже была такая интересная ситуация, когда в Мурманске, кто-то в Мурманскую газету обратился, скажите, пожалуйста, почему на воде желтый налет? Это что, значит, там что-то такое? Пришлось объяснять, что это все естественно, это просто будущие шишки. Чем вообще интересно Лапландия, ну и Лапландский заповедник вообще в том числе, то, что все здесь такое в миниатюре. Вот я вчера ходила по фенологическому маршруту, потом решила, думаю, чтобы не возвращаться одним и тем же путем, дай-ка я вот через тундру рвану на усадьбу. И вот я за эти 3 часа побывала вообще, наверное, во всех биотопах, каких только можно. И тундра, и лесотундра, и тайга, и разные типы леса. И в этом вся и прелесть здесь, как заповедника, так и Лапландии. Вот такое разнообразие. И все вот оно как-то меняется с каждым шагом. В отличие там от средней полосы, где идешь, такое все однообразное. А здесь нет, здесь каждую секунду что-то новое. Попадаешь в разные зоны, разные типы леса. 2 раза забежишь, потом привычка появляется. Заслуженный отдых. У меня в отделе есть сотрудница Наталья Владимировна, научный сотрудник. Ей 70 лет. Она взлетает в эту гору. Все пока там пыхтят и стонут. Наталья Владимировна уже возвращается назад, провожаемая завистливыми взглядами. Сейчас начнет открываться вид. Сначала только на Чинозеро, потом на Чинозеро и Пирингу. И все-все-все вокруг. Вещи называются бараньи лбы. В общем, мы до них дошли. Я сначала предлагала вам до сюда дойти. До сюда еще идти, ну, уже подъем не такой, вот, но по расстоянию, ну, сопоставимо. Вот. Но уже практически подъем закончился. Дальше уже он такой будет, плавный. Обратно мы скатимся просто и все. Когда заповедник создавали, было 95 оленей. Потом, ну, начало все разрастаться стадо. И к 61-му году уже было 12 600, ну, очень много. Они начали растекаться, вот по всей вот этой территории выходили за пределы границы заповедника. И они зимой начали перемещаться между зимними пастбищами. То есть там выели что на тундру, переместились на нявка-тундру, выели нявка-тундру, на сальную тундру. В общем, выбили заповедник. Лишайников практически не стало. До земли все было выдавлено, выбито. Потрава такая была страшная. Потом восстанавливались они довольно долго. Семенов Тиньшанский, Эрик Измайлович, который вот у нас в заповеднике работал, вот, выдающийся сотрудник, выдающийся эколог, исследователь, он даже заложил стационары, где отслеживал скорость роста лишайника и скорость восстановления вот этих выбитых оленем пастбищ. Вот. Так что так, довольно долго, несколько десятков лет. Вот. А вот если сейчас, например, заняло восстановление. Численность оленя возрастет до опасного предела, то что с этим делать? Можно ли его отстреливать? Я сейчас не знаю, но в то время начался отстрел, да. Но отстреливали его не в заповеднике, а за границами, потому что там, ну, его очень много было.
Сейчас, я не знаю, это история долгая, потому что его критически мало, его наоборот включили в 2020 году еще и в Красную книгу. Был в Красной книге Мурманской области, а сейчас еще и в Красной книге страны. Поэтому, если даже это произойдет очень и очень не скоро. Вот, то есть тут задел большой для роста популяции оленя. Не про млеков, но все равно очень интересно, проводится ли учет комаров. Есть такая методика, колокол Манчатского называется. Просто человек с обнаженным торсом садится, а этот колокол над ним. И вот он сидит и в течение 10 минут не убивает комаров никаких на себе. А они вот садятся. Потом он, значит, производит какое-то там действие, и вот этот колокол на него вот так его накрывает. А дальше есть такой прибор, который, ну, как бы засасывает комаров, и он начинает их собирать. И что получается? Вот он, допустим, на одном и том же месте, в прошлом году, точно вот так же было, он собрал, например, 1500 комаров на себе. Вот, за 10 минут 1500. А на следующий год, в это же время, допустим, раз, он собрал только 1000. У него есть основания сказать, что в этом году комаров меньше. Вот. Потом, вот комары, они летят на что, думаете? Они летят на углекислый газ. Мы выдыхаем углекислый газ, это прямо. Так вот, есть приборы, которые работают на этом принципе. Вывешивается прибор, потом углекислый газ из баллончика подается, и к утру вот столько там комаров. И это тоже методика, да, они тоже на определенное время включают это все, а потом подсчитывают, можно их взвесить, узнать, сколько один весит, и взвесить все это, разделить, ну, получится. Я был, значит, на полевых работах в центре заповедника, и там, ну, у нас же очень много озер, там 140, по-моему, только таких площадью большой, а это мелкие. И так получилось, что я попал как раз, тогда еще комары появлялись, допустим, ну, в 20-х числах июня. Я, проходя мимо водоема, обратил внимание, что туман, вот просто туман над водоемом. Пригляделся, а это из личинок выходят комары. То есть вот сегодня их еще не было, сегодня, а завтра их уже все будет много. Причем они так вот поднимаются и снова падают. Им же надо обсохнуть. Взрослым этим, крылья-то. И вот, и уже на следующий день их было, конечно, в массе комаров. Я знаю, что есть лето, которое комаров очень мало, есть лето, которое комаров очень много. А про водоем я не случайно это сказал. Дело в том, что бывают условия, ведь комар, он яйца, самка, напившись кровью, она, значит, яйца над водоем летит и сбрасывает. У яйца один конец острый и тяжелый. И он падает в ил, и там развивается личинка, ну, которую рыбаки вот знают прекрасно, эту личинку. А потом из личинки комар. Так вот, когда водоем, я не знаю, как это происходит, либо вода холодная, вот они сбрасывают, либо весна затяжная, и вот как-то вот получается, что гибнут очень многие комары. И получается так, что лето получается без комаров. Поэтому с комарами, значит, тут вот в летописи у нас, по крайней мере, объективных данных нет, что в этом году мало было комаров, в этом много. Мы можем только отмечать появление раннее-позднее. Сейчас вот комары появляются уже раньше. Геннадий Данилович вообще личность у нас интересная. Он же занимается мышевидными. И в один из учетов, я не очень помню детали, подробности, но, короче говоря, одна из полевок его вот цапнула, вот. И как-то, ну, цапнула, и ладно. Через какое-то время ему стало плохеть, дурнеть, вот. Причем супруга его рассказывает, в какой-то момент заметила, что супруг-то у нее синего цвета, вот реально, наверное, посинел. И видно, что человеку, ну, очень плохо, и вообще непонятно, чем сейчас это все закончится. В общем, его сразу в больницу, давай обследовать. Не могут понять, в чем дело, что с человеком не так. И потом уже он вспомнил, что его же укусила полевка. Ну и после этого
поняли, что нужно искать, поставили диагноз тулеремия, единственный зарегистрированный случай в Мурманской области. После этого всем начали делать прививки, вот. А потом как-то вот перестали их делать. Ну, в общем, вот. Уникальный человек. Да, да. Так он тулеремией переболел? Да, так что не суйте пальцы, куда не следует. Приехал сюда первый раз в 71-м году, вот, в качестве студента Пермского университета, чтобы собрать материал для курсовой работы. Второй раз приехал в 72-м году, уже чтобы собрать материал по экологии речного бобра, уже для дипломной работы. И в 73-м году я сюда приехал и сначала был старшим лаборантом, потом научным сотрудником, и так вот дорос до нынешнего положения. Занимаюсь у нас на ученом совете в 73-м году, когда я только приехал, и решался вопрос, кто чем будет заниматься из вновь поступивших, то мне было поручено взять большую группу млекопитающих, это всех грызунов. Ну, как-то я немножко приуныл, потому что я хотел заниматься только бобром. И курсовая, и дипломная, но нет. Будете заниматься всеми грызунами. Грызунов у нас 12 видов. Если сначала как-то бы немножко расстроился, вроде грызуны, зачем мне вот эти мышевидные грызуны, то постепенно я втянулся в эти исследования и как бы не жалею. Материал пошел хороший, и вот сейчас в пределах видимости с Чонозерской усадьбы вы видите вот эту вершину Чонотундру, Ельнён II. И вот здесь по склону от ручья и до вершины с перепадом высот в 200 метров был заложен стационар по учету мелких млекопитающих. Он был заложен в 1936 году. И с тех пор без единого пропуска учеты велись. Насчет пропуска я немножко слукавил, потому что с 1942 по 1945 учеты не велись. Просто их некому было вести, все на фронт. А так ряд непрерывный. И вот сейчас недавно у меня вышла книга, в которой я обобщил весь свой накопленный опыт. Он мне 50 лет. И мне приходят отзывы уже на эту книгу. И пишут, что у вас самый длинный ряд наблюдений по динамике численности, мониторинговые исследования. Более длинных мы не знаем. Ну, вот он в банке в этой, да? Но он считает эту банку уже своим домиком. Поэтому придется его просто оттуда попросить. Он боязливый. Людей никогда не видел. Думает, ему тут... И мы сегодня его принесли. Только он еще... А я посмотрю это половой состав. Взвесить его надо. И отпустим там же, где поймали. Вот. Где учли его. Вот. Этот зверек, он родился примерно в мае месяце этого года. В мае месяце. У них такая особенность, что они размножаться могут под снегом. Очень мало грызунов, которые могут посоперничать с ним в этой взрывном характере роста численности. Это чудо какое-то. Потому что вот кто живет на Кольском полуострове постоянно, они говорят, так а мы вон когда-то в каком году видели, в 82-м году, они дорогу перебегали. И машины вынуждены были просто давить их. Вот. А потом они пропадают. И могут пропасть на 12 лет. Вы их не найдете. Специальные поиски, я зоолог, я ищу, их нет. 12 лет их нет. Потом раз, они появились. А где у них стадии переживания? И вот сейчас это третий уже зверек, который у нас за весну зарегистрирован. Если бы не были ловчие траншеи вот эти, то мы бы просто не знали, что они в природе в данном году вот, ну, появились. Я, кстати, слышала, это что лемминги одни из немногих грызунов, которые нападают, ну, то есть могут дать отпор. А вот дело в том, что если его преследует хищник, ну, пернатый или наземный, без разницы, то он не убегает. Он обороняется активно, он разворачивается и пытается его тоже укусить. Но дело-то в том, что это по массе-то несоизмеримое. И он пропадает, все равно это самое, погибает. Но у него ранки на груди. Он не убегает. У него... Гордо. Да.
Я говорю, бывает так много, что птица просто, поскольку у нее хищнический инстинкт, сова, она видит по тропинке, по лесной леминг бежит, она сытая. Нет, ей надо слететь, его, значит, это самое убить, и опять на дерево. Ну, на лесных тропинках лемминги, когда их много, то, может быть, на километр пути один лемминг. Если посмотреть, то он не полностью съеден, а выедены только лакомые какие-то части. Вот. И, да, и в такие годы хищники себя очень хорошо чувствуют. Они размножаются активно, и все-все-все. Вспышка численности происходит. А какой смысл в таком убийстве, если сова слетает, просто убивает и все? Зачем? А вы слышали, вот это самое, есть книжка такая, сейчас я вспомню, «Артур, Билл и другие». Читали? Нет. Крокфорд. Вот смотрите, кошка. Она весит 3 килограмма. Кошка. Крыса серая, она весит 300 грамм. Ну вы чувствуете, что это самое? И утром приходит, кошка мертвая. И съедена крысами. И пошла вот эта такая история, что крысы могут съесть кошку. Да никогда. А что получается? Кошка, у нее хищнический инстинкт такой. Ей обязательно надо поймать, задавить. Она не может равнодушно смотреть, когда мышь тут бегает перед этим. И получается так, что кошка к утру уже просто изнемождена настолько, что у нее нет сил сопротивляться. Крыс полно, ее туда посадили, она первую крысу поймала, вторую, третью, давила их, а потом вроде бы ей отдохнуть надо. А они бегают. И получается так, что она подрывает физические силы свои, и это самое, и крысы уже на мертвую, на нее набрасываются и съедают. И получается, что сова или, допустим, горностай тот же, он слышит где-то что-то, шорох какой-то там, смотрит лемминг, он точно его задавит, если он сытый, он уже его не будет. Вот. И также птица, она не может спокойно смотреть, когда по тропинке бежит зверек, ну, мыши, может, красно-серая полевка или лемминг. Она слетит, она его задавит, и есть уже, она его не ест. Вот. В общем, эта тропа, это про смену поясов от тайги до тундры. Здесь летают как минимум одна пара зимняка. Зимняк, птица, хищники. Вот. Они как-то постоянно вот здесь вот летают. И вчера были, охотятся. Здесь есть участок. А всегда как-то так получается, что все равно часть отпуска тратится на выходы куда-то, потому что пока не в отпуске, очень много писем приходит из разных министерств, вообще некогда куда-то ходить. Оленей можно встречать здесь круглый год, только маленькие группки летом и большие стада зимой. Чернотундра – одно из главных зимних пастбищ дикого северного оленя, нашего лапландского, западной популяции. Они, как правило, поднимаются в тундру где-то в феврале, в марте. Но все зависит от количества снега в лесу. Если снег очень глубокий, то они, конечно, предпочитают из леса подниматься сюда наверх, в тундру, потому что ветром снег уплотняется, его, соответственно, легче копытить снег, его меньше, ветром сдувает. Если, например, в лесу, допустим, вы будете идти, и уровень снега будет 60-70 сантиметров, то здесь в тундре 15-20 сантиметров. Ну, разница есть. Вот. Единственное, что он уплотнен, и поэтому нужно постараться его копытить, все равно много энергии уходит. Но вот зимой они предпочитают держаться тундр. Почему и авиаучет оленей, когда хотят посчитать оленей, единственный достоверный способ — это только с воздуха их посчитать. И считают исключительно вот в марте, в апреле, когда они большими стадами ходят по тундре, их видно. И считают. Вот. Слушай, а у меня какое-то видео с оленями, идущими вот между, вот, и почему-то, мне кажется, это от вас, что ли? Да, ну они, я говорю, разные зимовки бывают. Если снег позволяет, допустим, еще не слишком уж высокий уровень, что они тонут, да, они могут и в лесу находиться. Бывает 50 на 50,
вот разные процентовки. Какие-то поднимаются наверх, какие-то нет. Но суть в том, что вот это вот их зимнее пастбище. Вот. А летние где у них? А летние, они рассыпаются по всей территории, потому что они питаются свежей растительностью. И поэтому это вот вся лесная часть, его можно встретить где угодно. Вот. Медведь, он очень быстр, но он резко делает ускорение. Такой спринтер. Оно быстро выдыхается. Вот. А олень, он набирает медленнее скорость, но уж как разгонится там, да, до 80 км в час, его уже не догнать. Поэтому если первый рывок неудачный, ну значит все. Ну как я вам? Ну, ягель это вообще широкое понятие такое, называет сразу целую группу лишайников. Но вот конкретно вот это цитрария снежная. Вот. А челюстики рядом? Морожка? Это морожка, да. Ага. Ну, сейчас еще покажу, как другие виды. Так, ну вот здесь вот помимо цитрариевых есть еще вот кладония. Вот такие вот кустистые, это кладониевые. Их тоже очень широкая группа, много подвидов. Это тоже вот это цитрария снежная, это тоже кладонии. Вот эти вот такие вот кустистенькие, вот. Линия тонкая, если я не ошибаюсь. В общем, это такой корм для поддержания штанов. Ну, потому что, да, там по питательности-то, я не знаю, очень сомнительно. Вот. Но у них свойства очень антисептические, сильные. И, ну, в общем, да. Вот на этом корме он, конечно, зиму переживает. А чем он догоняется? Догоняется? Ну, что найдет тут, если вот какие-то вот ивняк тоже откопает, еще что-то. Ну, вот в основном, вот, конечно, вот это все. И за зиму он теряет 10-15% веса за зиму. Осенью здесь вообще классно. Ну, и краски, положение солнца же еще такое, вот оно пониже. Комаров нет, никто не кусает. Август уже, в принципе, август начинается. Но в целом, да, сентябрь. Вот. Самое классное время, да, это сентябрь. Причем, ну, первая декада. Вот. Один раз тоже пошли с коллегой. Но мы пошли далеко, вот хотели пройти, там, в Удочной тундре. Как раз должен был начинаться отел. И мы хотели оленей тоже понаблюдать. Там квадрокоптер взяли, посчитаем, думаем, там этих вот оленят, сколько важенок, вот это вот все, там прирост посчитаем. Ну и ладно, в общем, пошли. Прошли километра, наверное, два и наблюдаем картину. Вот это вот тундра. И вот посреди вот этого вот всего вот ничего, одна какая-то чахлая сосна. Вот она вся вот такая скисшая. Вот лишайники, вот она одна такая. И медведь подошел к ней и пытается потереться. Она и так, и всяк гнется, а он там что-то пытается сделать. Ой, это забавно так смотрелось. Мы поснимали. В итоге, в общем, он в одну сторону, мы в другую пошли. Вот эти белые палочки, которые торчат, это ягодный стационар. Стационар по учету урожайности ягодных кустарничков. Они у нас разбросаны по разным типам лесов, по разным биотопам, включая тундру. И вот здесь тоже проходит один из учетов, когда созревание ягод происходит в августе. И вот тут, в общем-то, идет пересчет. В итоге потом все это экстраполируется на всю территорию и оценивается, вот ежегодно сравниваются вот данные по урожайности ягод разных видов. А зимой здесь как красиво. Так вот на снегоходе заедешь, и вот это вот белое все. Что-то в этом тоже есть, в этом минимализме. А как тут прямо вот. по камнищу? Да? А здесь же все равно снегом же все закрывается. Поэтому нормально проезжаем. Вот.
Я в этом году впервые тоже заехала сама на снегоходе. Мне в том году я себе выколотила снегоход, ну, сдала на права, вот, начала ездить. Но ездила только по лесу. Опыта же нет никакого практически. А в этом году в тундру даже несколько раз поднимались. Все, мы прибыли. Жаль, мне куртку. Это сейт. Что это? Это камень, который стоит на нескольких маленьких камнях нерукотворного происхождения. Вот. Насчет этого не знаю, поклонялись сам ему или нет конкретно. Но, как правило, священные считаются камни. Самые считали, что они летали. Ну, то есть вот камень прилетел. Новая какая-то традиция появилась. Все оставляют здесь денежку. Ну, в общем, вот так вот появился фонд Лапландского заповедника. Клади. Так, ну что, мы ждем оленей? Откуда они приходят? С севера. А мы на юге тут. Тундры, кстати, здесь довольно много в заповеднике. Почему-то как-то он и подходит очень хорошо для охраны оленя. Такие крупные три массива охватывает. И еще как по мелочи тоже. А здесь же и первый учет проводили перед тем, как основать заповедник. В 29-м году сначала был рекогносцировочный выезд, когда насчитали-то всего 95. И вот по чудо-тундре на упряжках оленях вот они ехали. Вот так вот представить. Март, зима вообще-то. И вот они вот с этими оленями, самыми в этих одеждах. И вот это же все многодневно. А в тундре еще витраж такие задувают, бывает так, что там мало не покажется. Причем они там, по-моему, попали вот в пургу. В общем, как-то интересно. Раньше люди жили, работали. Сейчас так сложно представить, насколько у нас сейчас высокий уровень комфорта и насколько он отсутствовал тогда. Вот линея зацвела буквально дня 3 назад. Вот первые цветочки появились, и вот спустя 3 дня уже вот ковер, вот по лесу иногда идешь, ну массовый, вот они вот все, вот все поляночки, такие куртинки здоровые, а всего-то 3 дня. Филодуция голубая, вот она отцвела в тундре. Я не рассказывала, что у нас все эти северные цветочки растения, а у них же стремительно процессы происходят, потому что вегетационный период короткий, поэтому она только зацвела. И все, и раз уже и отцвела. То есть это вот такие вот моменты очень короткие. В общем, я ей говорила, что еще неделю назад вся тундра, вот она была цветущей, вот эта филодоция, она везде была. А сейчас уже все, опоздали, безнадежно. Ну, мы такие, ой, да, вот так вообще тяжеловато вот подняться, спуститься, если несколько раз в день. Дима говорит, раньше Маша была толстенькая-толстенькая, а потом начала работать в Лапландском заповеднике, стала стройной и быстроногая. Да, Лапландский заповедник является давней нашей мечтой. И мы очень хотели посмотреть на нее, какая же она Лапландия. Я вам уже рассказывала в одном из роликов, что на Кольском полуострове жили саамы и сейчас еще тоже живут, которых называли лопарями в 19 веке. Отсюда происходит название Лапландия. Это было всегда очень мало освоенное место, и жило здесь мало людей,
эти саамы, например, ненцы тоже разводили оленей. И вся торговля, миссионерская деятельность, в общем, вся движуха, она происходила на Терском берегу, ближе к Белому морю. Ну, Баренцево побережье, там, в общем, отдельная история. Но в 20-е годы 20 века, после Великой Октябрьской социалистической революции, на Кольский полуостров просто хлынули разного рода исследователи. Этнографы, геологи, специалисты сельского хозяйства. В общем, все придумывали, как использовать эту землю. Вот такая вот огромная земля, приграничная, стратегически важная. Что же нам делать-то с ней? И совершено здесь было множество открытий. То есть этнографы, например, Чернолузский, записывал саамские сказки, легенды, мифы. А геологи нашли здесь очень много полезных руд. И началось такое мощное освоение этих земель, изменение ландшафта. И в это же самое время еще один исследователь, Герман Крепс, объехал эту тундру, то есть центральную часть полуострова, и сделал учет дикого северного оленя. И подтвердил сообщение местного населения о том, что олень-то вымирает, его почти всего выбили. И он предпринял очень энергичные, просто героические усилия для того, чтобы организовать здесь заповедник. Для этого нужно было сначала объехать всю огромную территорию, сделать проект заповедника, произвести какой-то минимальный хотя бы учет, то есть кого охраняем, сколько осталось, что нужно сделать. И вот в этих диких тогда совершенно местах, без всяких дорог, возникла первая усадьба. Вот на этом самом месте, где я сейчас стою, она и сейчас есть, называется Чунозерская усадьба Лапландского заповедника. Маша лучше меня знает, где были первые домики заповедника. И хочет меня поправить. Пожалуйста, Маша. Очень хочет. Первые дома появились не на Чунозерской усадьбе, не на современной территории усадьбы. Они появились чуть дальше, были построены еще 3-4 километра отсюда. Вот. И появился первый дом сначала лесничества, потом начали обрастать хозпостройками. Но место было не вполне удачное, поэтому впоследствии все эти дома перенесли уже на современную территорию современной Чунозерской усадьбы. Вот. Так что первые люди в заповеднике... не только, конечно, Герман Крепс, но и очень важный человек Олег Семенов-Тяньшанский, сделали очень много для того, чтобы, во-первых, он возник. Во-вторых, для того, чтобы он, чтобы здесь осуществлялась научная работа. Благодаря их усилиям дикий северный олень был здесь спасен, и поголовье выросло колоссально просто. К сожалению, во время Второй мировой войны деятельность заповедника сильно сократилась, и научный учет даже не велся несколько лет, потому что просто некому было его проводить, и все ушли на фронт. Хуже того, в 1951 году многие заповедники были расформированы, потому что для восстановления народного хозяйства после войны нужны были ресурсы, поэтому разрешали рубить лес, отстреливать оленей здесь, например. Конечно, это было ужасно, наверное, для людей, которые работали в заповеднике, уж не говоря о том, какой колоссальный вред это приносило природе. Но прошло несколько лет, и Лапландский заповедник был восстановлен в прежних границах, присоединен к Кандалакшскому одно время, потом он снова стал самостоятельным, и работа продолжалась. Сейчас мы приехали сюда уже в 21 веке. И для того, чтобы поговорить с сегодняшними подвижниками, людьми разных поколений, и молодые, и пожилые, которые здесь работают и продолжают всю вот эту деятельность. Очень важно, чтобы научный учет, фенологический учет не прерывался. Тогда это имеет колоссальное научное значение. Какое именно, почему, как ведется учет, каких животных, растений, об этом мы и поговорим со специалистами, не будем сами сочинять. Ну и самое, наверное, главное, что вам нужно знать, что это потрясающе красивая земля. Она, безусловно, вас покоряет, и вы даже не сможете объяснить себе, почему она вам так нравится, я думаю. Потому что здесь нет ничего такого привычного, что обычно мы считаем красотой. Там тепло, яркие краски, высокие кудрявые деревья, что-то такое. Но это очень загадочная земля Лапландия.
Слушайте, вот он. Даже это листик. Кажется. А где роскошный цветок? Как вы его нашли, у меня вопрос. Мне Костя. Не доводится, не такой. Сейчас, подожди. Сейчас мы будем сильно ближе к нему. Так, ну что ж. Господин Гроздовник, пожалуйста, в нашу видеоловушку. Мне уже даже самое смешное. Это? Это гроздовник многораздельный. Внесен в Красную книгу Мурманской области с категории номер 3. Потрясающе красивый растение. Да. А он цветет когда-нибудь?